как играть? Хорошая команда, они в том году были серебряными призерами. Поэтому мы к этой игре особенно готовились. Здесь и тренеры очень сильно работают. И команда, видно, обученная. Поэтому игра была до ошибки. Ошибка Леванкар. Мы потом задержали, что и выиграли. Кстати, игра равная. Поэтому нам нужно чуть повезло. Только в таком комментарии. Не очень хорошая была. Ну, знаете, когда две сильные команды встречаются, если игра идет до момента, то полная. Ну, я не знаю, что мастерства не хватает, да? Моменты были, значит, ребята играют правильно. Мастерство, оно придет. Мастерство придет, что и со стороны МК, что и с нашей, да? Поэтому понравилось то, что и одна, и вторая команда играли правильно, заряжены были на победу. Я так думаю, не знаю, как на трибуну, нам игра понравилась, по крайней мере, по скамейке. Да. Перерыв мы сейчас ребят отпускаем в отпуск краткосрочный до 7 числа, и потом собираемся на сборах и готовимся к второму туру. Сборы будут проходить в Москве, в Латутинке, на нашей базе. У нас все условия есть в данном клубе, делают очень хорошие условия. У нас там три поля в нашем распоряжении. Поэтому смысл куда-то ехать, тратить деньги. Просто, мне кажется, не нужно ни для кого. И в Москве и спаррингов много можно сделать. Поэтому лучше место, чем наши базы, там не придумано.